ну не стучите так по клавиатуре. Это ж вам не рояль. Это не пятая патетическая. Вы нервируете всех матросов. Оставь, Володенька, оставь. Я же знаю, почему ты нервничаешь. Я же все знаю, потому что проиграл. Я еще в Шушинском заметила, что эта игра на тебя действует возбуждающе. Этот файл мы уже проиграли, но... И я, Балочка, да макинтошиное, надоели сидюки нехорошие! Что ты, батенька, до вооруженного восстания считанные геймы, часы, а вам все хихоньки да хахоньки, царственки-топецники, а? Скажите, товарищ, вы в какой программной среде работаете, а? По железу я, батя. Наденька, нам с товарищем чайку... Прошу, товарищ Железняк. Посидим, поговорим, товарищ. Как говорят в комиздате, в ногах правды-то нету. Товарищ, а скажите, вы читали выпуск «Правды» в компьютерном варианте, а? Архи увлекательнейшая газетка. Владимир Ильич! Да? Но когда уже революция? Товарищ, партийная тайна. Ой, да какая там тайна? Какая тайна? Под зимний уже с утра стоит толпа и ждет выстрел с крейсера этого, как его, Боряк, что ли? Как он, Дик, это корабль называется? Аврора! Разболтал. Я ж говорю, до 25 октября или ну, хотя бы 7 ноября. Не-не. Павлик, какой разболтал? Я тебе сказал, что это к Троцкому меньшевики в Богдану залезли. Понятно? Вообще, Александр Мудрович, может быть, тоже. Угощайтесь, батюшка. Баш, дайте мне Феликса Эдмундовича. Дзержинского. Феликс Эдмундович? Нет, это не Троцкий. Да-да, дорогой Ильич. Феликс Эдмундович, что это получается, а? Вы со мной в тетрис и играть отказываетесь просто напрочь, а проклятые буржуи, причем недорезанные, залазят в наш банк данных. Я тебе еще на прошлом пленуме заявлял, не прячется, что не брать эти штуки системы Хьюитт-Паккард. Ну и что, что Троцкий? Проститутка Троцкий, это я говорю. Не брать, все, F8 я сказал, все. Можешь прячется. Товарищ Железняк, слушайте приказ. Первое, взять в свои руки компьютерный центр Зимнего. Второе. Так, на второе у нас будет такое. Обесточить телеграф. Третье, уничтожить осу. С пчелками прошу не путать. Я прошу уничтожить осу Невских мостов. Я воль! Есть! Ручку опустите, пожалуйста. Наденька, стучите. Приказ стучите. Всем пользователям компьютерных систем города Петрограда. Enter. Шум Зимнего начать. Товарищ Железняк, все сообщения передавайте по моему эмайлу. Запомните, в целях конспирации я его сменил. Так что запоминайте и мотайте на ус. ВКПБ, обезьянка. Дорогому Ильичу. Да, все программы по плечу. Запомнили? Идите. Товарищи,
Невском, компьютерную революцию, о целесообразности которой так долго говорили большевики, свершилось после взятия Зимнего. Интернет-конференция состоится в моем броневичке, в 600-м. Явка строго обязательна. Прошу. Красная армия, марш, марш, вперед. Интернет нас снова в бой зовет. Но от Москвы до британских морей из крописи все же всех сильней.